मोहन बंसी बिहारी राधे श्याम श्याम राधे I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
मिठाई गो राजा 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 राम राम हरे हरे बोल हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोल हरे राम hare ram hare 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 ram hare krishna hare krishna 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 hare hare bolo hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 ram hare ram राम राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे hare krishna hare 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 krishna hare krishna 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 hare hare ram hare ram hare ram hare 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 ram hare ram ram hare hare hari bol 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 राधे गो भगवान के राधे राधे गो राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय राधे
Hallelujah.
Nagari, yes. This is the notebook everywhere. Проблема с аккаунтом. Да. Включаешь камеру, ничего не показывает. Потому что сейчас мы подключим по-другому. То есть сначала аппаратуры не хватало. Он говорит, нужно всегда, чтобы был очень хороший специалист по оборудованию. У нас аудиозапись, только которую можно было в интернете. У нас там Hare Krishna. But we have still video, everything is recorded. We will just put it later. We have everything. We recorded audio, we recorded video also. No, but he video, he is making video. It will come. Hare Krishna, Hare Bol. What? Can you speak some Gurudev? Yes. Come. Гурудев past time unlimited. Гурудева игры бесконечны, не правда? Я буду не знаю, как. One minute. Одну минуту. We have all video, Махараджи. You can speak? No? Одну минутку только. Повторяться больше ничего не могу. Мы все повторяемся. Слава Шри Гуру. Слава Значит, видите, либо правительство, мы считали, что Татар Саш Риман Бхактивинант Нараян Махараджа Ки Джай. Гуру Варга Ки Джай. Хотелось, конечно, прославлять и нашу парампору бесконечно, но нету качества, чтобы так это делать постоянно. Вот. Иногда хоть получается, то хорошо. Но неквалифицированно, конечно. Вот. И хотел бы сказать насчет истинного гуру, что это гуру, который обладает тремя основными качествами. Вот. И это то, что он осознал шастры и услышал шастры от своего истинного гуру. Это первое качество. Второе качество – это у него нет материальных желаний. Он совершенно не привязан к этому материальному миру, и он пришел не для того, чтобы тут наслаждаться материальной жизнью, а выполняет указания Верховной Личности Бога. Вот. И третье качество – это то, что он
полностью осознал как бы себя, и он имел опыт общения с Верховной Личностью Бога Шри Кришны. И вот если удастся кому-либо получить такого гуру, вот, если он как бы снизойдет к такому ученику, то это самая большая удача в материальном мире, которая может только ожидать вот, обусловленное живое существо. Вот, и как бы есть, оказывается, есть такие вот живы в материальном мире, хотя их не так много, с большим сожалением. Вот. Да. И также еще, ну, хочется сказать, что гуру – это воплощение всех полубогов вместе взятых, включая Шиву, Брахму и Вишну. Потому что Гурудев, он как Брахма, он создает. Он создает бхакти, преданное служение в сердце ученика. Он также действует как Вишну, он поддерживает это бхакти. Вот. И также он действует как Шива. Он разрушает все анархии, которые могут существовать в сердце его ученика. Вот. И таким самым это самая значительная фигура в жизни человека, это Шри Гуру. Вот что я хотел сказать. И поэтому нужно постоянно прославлять таких преданных, которые являются представителями Верховной Личности Бога. И тем более, конечно, он может падать со Симанда Писанта на Райана Махараджа и Джая. Я сейчас объявление сделал, простите. Я могу рады все расскажу. Ом Агьянат Мирам Витсиагьян Анджанаша Лакая Чакшур Умилитам Янатас Маши Игуровен Маха. Ванча Калпатрубьяшча Крипасин Хопеевача Патитанам Павана Ипьё Вайшнавы Ипьё Намуона Маха. Я предлагаю бесчисленным дендавать пранаму пыли лотосных стоп моего возлюбленного Шилы Гурудева, Нитили Управишту Мишнапата, Шапрашата Шишинат, Бхактивиданта Нараян Гусвами Махараджа, всей Рупанавы Гуру Варги, всем Вайшнавам Вайшнаве, Шипат Бхактивиданта Шидар Махараджа, всем моим старшим братьям и сестрам, собравшимся, всем гостям, спасибо, что пришли. Шипат Бхактивиданта Шидар Махарадж сегодня рассказывал, как Шила Гурудев, будучи уже в преклонном возрасте и являя лилу ухода, он не останавливался ни на секунду и продолжал работу над изданием, переводом и комментарием святых грант, святых писаний, шастр наших ачарьев, наших госвами. И у меня просто возникла такая мысль, я хочу поделиться с этой мыслью с вами, то, что Шила Гурудев, он всю жизнь, не теряя ни секунды, он отдал всего себя нам. Каждое мгновение он жизни он посвятил себя людям, дживам, всему миру. И я буду настолько неблагодарен, если я не буду читать и изучать его труды, его писания издавать. И также я буду очень жадным, если я не буду давать эти святые писания, передавать, которые прочитаны мной, не поняты до конца, потому что это невозможно. Они настолько глубоки, глубже, чем мировой океан. И я буду очень самым жадным человеком, если я не буду передавать эти труды, которые Гурудев, он даже, ну, мы знаем, что Гурудев, ну, мирским языком на смертном одре, Шила Гурудев, он продолжал работу над ними. И я буду очень глупым и неблагодарным его учеником, если я не буду изучать его писание и распространять его миссию по всему миру. И вот эта мысль, она возникла, когда Махарадж рассказывал об этом. И поэтому я всех прошу вас изучать книги Шилы Гурудева. Сейчас вышла Джайва Дарма недавно, в этом году. Прекрасная работа. И Шила Гурудев вам сказал, прекрасная работа Бхактивинода Такура и с комментариями нашего Шилы Гурудева.
Шил Гурдехан прочитал эту книгу 100 раз, и он сказал, что все его ученики тоже 100 раз прочитают. Но хотя бы один раз мы должны прочитать каждую книгу. Еще столько книг неизданных и не переведенных Шила Гурудева. Шила Гурудев — это бесконечный, прям сам путь, ларец с бесчисленными драгоценными камнями, которые Гурудев просто... Он, когда Гурудев первый раз приехал на Запад, вот Диди говорил уже, были некоторые препятствия из-за некоторых личностей, и он просто пришел в посольство Англии и сказал: «Ваша страна столько лет разграбила и увозила все драгоценности из моей страны, а теперь я самое дорогое, что есть в моей стране, бесплатно и добровольно везу к вам, а вы не даете мне визу, чтобы вы не пускаете меня, я добровольно везу в самое дорогое». И когда он приехал первый раз на Запад, он сказал: «Я привез огромную корзину с фруктами, огромную корзину из Вриндавана. Эта корзина полна. Вы можете брать оттуда и не закончится. Вы можете взять столько, сколько вы унесете. Пожалуйста, если вы ничего не возьмете, не беда, я вернусь с этой корзиной назад во Вриндаван». Поэтому, пожалуйста, каждый из нас должен помнить, что Шила Гурудев, он каждую секунду, он Мадхава Махарадж, он выключал свет. Мадхава Махарадж рассказывал, в 2008 году, я помню, на фестивале в Одессе, он выключал свет и говорил: «Все, Шила Гурудев, пора спать». И Шила Гурудев, он под одеялом с маленьким фонариком, он продолжал переводить для нас, не для кого-то, для каждого из нас. Если мы будем думать, что этот труд, эту книгу Шила Гурудев перевел лично для меня, несмотря на все свои физические, он играл лилы такие, что он болеет очень сильно. Несмотря на все эту книгу он перевел, он трудился над ней ночами. Шила Гурудев спал всего 2 часа в сутки. Все остальное время он посвящал садхане баджане. И основная его садхана была перевод книг с санскрита, с бенгали, на хинди, на английский и печать этих книг. И если каждый из нас будет думать: вот именно эта книга, она написана для меня, Гурудев ее писал для меня, Гурудев трудился ради меня, он не спал ночами ради меня, то тогда мы будем по-другому относиться ко всем книгам Шилы Гурудева. И я молюсь, чтобы это настроение вошло в мое сердце не только на сегодняшний день, но на все дни. Столько книг неизданных, столько людей, не знающих книги Шилы Гурудева, поэтому у нас очень большое поле для того, чтобы удовлетворить его желание, которое просто распространение Гауравани, учение Чайтани Махапрабху в линии Ширупы Госвами. Ван Чакал Патрубьяш Чакри, спасибо. Рай Гуру Чандра, Радхика, Тадая Кришна, Кришна Бхактая, Тадбхактая, Вимолаха. Агьяна Тибранда Сиаги Наджина, Шлакая, Чакшира, Умитанина, Тасмай, Шри Гурай, Намаха. Ванча Калпатрубиша, Крипасинду, Бьявача, Пацтанавам, Паванакья, Вайшна, Кья, Намай, Намаха. Шри Кришна, Читана, Прабху, Нитянанда, Шабхайта, Падхара, Шриваса, Диши, Гуру, Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Прежде всего я преклоняю перед лотосными стопами моего возлюбленного Шрила Гурудева, Вишнупада Шрила Кришна Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Также все наши Рупануга Годи Гуру Варгой, Шри Кришна Читани Махапрабху, Радхари Кришна. Также мои поклоны всем собравшимся вайшнавам, также всем гостям, друзьям. Мы в прошлые дни говорили о том, насколько мы удачи, что мы смогли попасть в линию Гауди Вайшнав, об этом веке Кали, в который пришел Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, чтобы дать самое возвышенное, у Натаджавала Бхакти, то есть самую возвышенную любовь к Господу. И каков способ этого,
это Шри Харинама Санкиртана. То есть он это распространял с помощью Харинама Санкиртана, которую мы несколько минут назад делали. То есть Господь Кришна Чайтанья, то есть сам Кришна в настроении Шримати Радхарани ходил по деревням, Нади, по деревне к деревне, воспевая святые имена Господа и призывая всех повторять святые имена Господа. Это Юга-Дхарма. И этот метод достижения совершенства переходил от учителя к ученику вплоть до наших времен, и это будет продолжаться всегда. Временами это скрывается, что для многих людей незаметно, но так или иначе это всегда имеет место быть. Шрила Прабхупада говорил, что если на планете не будет, эта планета не будет освещать лотосные стопы служанки Шримати Радхарани, тогда Земля всех уничтожит. И таким образом, поскольку еще Земля в порядке, мы можем знать, что здесь есть такая личность. Это очень большая удача. Только раз в день Брахмы происходит такое событие, очень важное событие. Но, как мы видим, не так много людей привлекается этим. Прошлой зимой в Индии была такое событие, как Кумбамела, очень Маха Кумбамела. Раз в 144 года там собралось миллионы людей. То есть там в день приняло омовение порядка 30-40 миллионов человек. Но какова ценность этого? То есть Господь Чайтанья приходит раз в 9 миллиардов лет, а это какая-то Кумбамела, это просто на самом деле ничтожное, которое происходит по сравнению с этим событием практически каждый день, каждое мгновение. Но туда, почему? Потому что там распространяется нектар бессмертия. Что за этот нектар? Это нектар чувственных наслаждений. То есть это ничего духовного там нет. Наш Гурудев и Свами Махарадж, они крайне не рекомендовали туда ехать, потому что там царит вот это настроение наслаждения. Туда Гурудев ездил после, несколько дней после Кумбамела, чтобы осветить это место, потому что там скопилось столько грехов, да, очистить это место. Но Господь Чайтанья приносит этот возвышенный дар, и видим, что все-таки самые Махабхагаван дживы, только самые удачливые дживы способны принять это. И таким образом мы вошли в эту линию по беспричинной милости. И в этом, кстати, и суть беспричинной милости, что мы получаем самое дорогое, то есть Господь дает, Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху дает самое дорогое тем, кто этого совершенно не достоин. Иначе, то есть в этом и смысл беспричинной милости. То есть он не смотрит на наше рождение, происхождение, качество, какие-то недостатки. Он дает единственное. Цена — это желание, то есть страстное желание обрести это. И я хотел немного также вспомнить Харикатху о нашем Шрила Гурудеве, что я смогу вспомнить. Наш Шрила Гурудев до того, как он встретил своего духовного учителя, учителя Ом Вишнупада Шатаршара Шрима Бхактивиданта Бхакти Прагьяна Кеша Гасамахараджа. Он служил в полиции, он был преданным Господа Рамачандры. И по деревне, где он жил, это в штате Бихар, деревня называлась Тивари. Да. Его также называли Тивари же, коллеги, если не ошибаюсь. То есть он жил, у него была прекрасная жизнь, все в деревне его любили, он занимал хорошую должность, то есть карьера, все было в порядке. Но в один прекрасный день он встретил преданных, которым мы начали проповедовать, он долго общался с ними, поскольку он имел уже своего штабела, Ситарам. Но он общался с одним
из учеников Бхактисиддханты Сарасвати. Я вот, к сожалению, не помню имя. И... Ну, Бхактисиддханта Махарадж. И в итоге он понял, что поклонение Шри Кришне Чайтанья Махапрабху это гораздо возвышенный. И у него были сомнения, и в конце концов во сне к нему пришли ситарамы и показали, что они не отличны от Рады Кришны. Тогда он пришел к своему Гурудеву, это было в Навадвипе, он отправился к Девдананде до Годимат, и тогда, когда он приехал на поезде, это было поздний, уже поздно ночью, было темно, и тогда не было так много освещения, практически кромешная тьма. И, но его Гуру Махарадж, Парам Гурудев, он, как бы, зная сердца всех, тем более зная сердца своих вечных спутников, он знал, что Гор Нарайан, тогда его имя такое было, он приедет, и он отправил своего ученика, Шри Бхактивинода Вамана Махараджа, тогда его звали Саджан Прабху, Саджан Сева Прабху. И он его встретил на станции и звал по имени Тивариджи, так как не было ничего видно. И Гурдев был очень удивлен, что его встречают. Он его встретил, проводил духовную учителю. И Парам Гурдев, естественно, там ждал. Он, наш Шри Гурдев, очень посвятил всю свою жизнь служению своему Гуру Махараджу. Он какое-то время служил в храме в Малдиве, в Динанда Гаудиматхе. Затем также проповедовал по Индии со своим Гуру Махараджем. Но потом, в определенный момент, это, по-моему, было где-то 50-е годы, Шрила Парам Гурудев отправил его в Матхуру, в новый храм Кешаваджи Гаудиматх, где тогда практически не было никаких условий, не было нормального электричества, воды, помещение было тоже очень маленькое, население, то есть соседи были очень нерасположены, то есть они бросали, то есть когда там проводились киртан, харикатха, они бросали камни. Тем не менее, Гурудев продолжал эту миссию в столь суровых условиях, и он молился, как вдали от своего Гуру Махараджа может дальше продолжать. И его Гуру Махарадж сказал: не волнуйся, ты выполняешь мои наставления, все сады, все госвами придут к тебе. И тогда один бабаджи с Радхакунды, он привез ему целый там, трактор Сиддханты, это книг Гранхи Госвами. И он сказал, что я уже в преклонном возрасте, у меня нет достойных учеников, я хочу тебе это все сокровище передать. Тогда Гурудев понял, что это, о чем говорил его духовный учитель, что все госвами, все пришли. И он рассматривал их как неотличных. Эти книги рассматривали от личности, неотличных от авторов. И затем он начал изучать эти книги. Первую книгу, которую... Также мы Парам Гурудев дал наставление переводить книги. Первая книга, которую начал это переводить, это была «Джайавадхарма». То есть это одна из очень особенных книг. И для этого он выучил бенгальский язык, потому что она оригинально написана на Бенгали. И то есть это огромный труд перевод этой книги. И дальше пошли все больше и больше книг, и наш Гурудев внес огромный вклад в издание Гауди Вайшнавской литературы. И, не буду больше занимать время. Банчик, а вот Рубащак, Рибаси, 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 Рибаси. Больше вы можете узнать из карикатуры Вайшнава. Told Gurudev last year. Last year, so this year. This year, until now. Сколько у нас времени еще есть?
Еще полчаса. Чтобы выйти отсюда или чтобы закончить? Half an hour before our... We have half an hour before our... Now, just in a just like that word, Gurudev gave to this Bhakti Lata B. Yes, now Gurudev gave necessary with gave some this water. This water he can do two things, one is the stubborn, one is the kirtan. Necessary, this is the water. Итак, Шрила Гурудев подарил нам семечко бхакти. Это семечко бхакти нужно поливать. Чем поливать? Шраваной и киртаной. So necessary, you can, without the water, then the stream never come out. Water, then slowly, 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 they will come out. Без воды зернышко не прорастет. Yeah. So, so necessary, you can every day, you can chanting some peace round, every day up doing Mangala Arati, every day doing this Tulasi Parikrama, every day put this tilak, every day offering prasad to Lord. So this is the water. If you give water, then your Bhakti Lata such, you know, as much you follow this nature nicely, and life is Bhakti Lata Kripa is going out. Итак, для того, чтобы Бхакти проросло дальше, нужно поливать это семечко водой, нужно просыпаться рано, нужно ставить тилаки, нужно делать мангаларати дома у себя для божеств, нужно ходить вокруг Туласи Парикрама, нужно петь эти киртаны, иначе бхакти не, зерно, семя бхакти не прорастет. And every day listening some Harikatha, listening some Harikatha, if some, if possible, some reading the bhakti scripture every day, and every day, if not, if some, some Gurudev Harikatha, some Vaishnava Harikatha, every day you can follow this. Нужно каждый день также изучать наши писания. Нужно слушать Харикатху. У нас есть записи Гурудева, у нас есть записи Вайшнава. У нас есть книги, которые нам нужно обязательно читать. Всем нужно остерегаться самого страшного, когда то зернышко, которое мы прилагаем усилия, мы и Кришна, для того, чтобы это зернышко проросло, для того, чтобы оно дало расти, чтобы его не вырвали с корнем, чтобы мы сами его с корнем не вырвали из-за совершения вайшнава апарадхи. Это очень опасная вещь. Yeah, telling like this one and not elephant, how completely the fruit take out this tree. If tree cut up, what after we cut the branches, if this is the roof, can take out how possible. Then telling that Vaishnavara like this completely, you know, the Vaishnavara heart becomes dry, that can taste chanting, you know, this is very deep, this is very, very dangerous. Когда происходит вайшнава апарадхи, это описывает, что это огромный слон, безумный слон, который зашел в этот сад и стал мять этот нежный росток. Он может растоптать его полностью, он может вырвать его с корнем. Это очень опасно. И сердце тогда, когда ты совершаешь оскорбление, сердце иссыхает, оно становится невозможным уже для того, чтобы семя проросло. Махапрабху
this is Krishna Prabhu for Maya, collecting Aparat is enough. Number two is Advaita Acharya. Then Mother Sachima, he go to Advaita Acharya and he forgive to this offense. Then frame it, I mean, even this mother is not forgiving his mother. И когда Чайтанья Махапрабху раздавал прему своим спутникам, он не позвал к себе свою мать Шачи. Преданные его спросили, почему же разве во своей матери вы не подарите прему? Он говорит, нет, она оскорбила преданного, она оскорбила Адвайту Ачарью. Я не даю прему оскорбителям. Махапрабху и Сривас Пандит, offense of Srivas Pandit, then his whole body become leprosy. He becomes so much suffering, and when Mahaprabhu, you did not offer my lotus feet, you did offer Srivas Pandit open lotus feet. He can go to there and forgive, tell to ask to him, he can forgive your offense. Gopal Chapal оскорбил Шривас Такура. Он старался оклеветать и опорочить его перед другими. Из-за этого он покрылся проказой. Когда Чайтанья Махапрабху его нашел в джунглях одинокого, несчастного и умирающего, Гопала Чакал взмолился, упал к его стопам, стал просить прощения. А Махапрабху ответил, тебе нужно не у меня просить прощения, тебе нужно идти к тому вайшнаву, которого ты оскорбил, и у него просить его. Yes, and first he doing offense lotus feet of Narada. Why he doing offense Narada? When he created 10,000 sun, then he sent to Narada. But Narada when sent to Narada, Narada teaches such a bhakti he teach to them, then everybody becomes sad. Then everybody becomes sad. Then some Dakya Prajapati becomes so angry. I sent my son for study. He everybody went sad. You know? Lord Brahma gave to order to increase this creation. He is the all my son becomes sadhu. Then he became angry. You know, Narada. He kept Narada to cross. Karsha gave to Narada. So this way, slowly, this aparad going. Last day, he opened to Sankar's lotus feet. Итак, почему у Праджапати потом в итоге стала голова козла? Все вы знаете эту историю. Почему же Праджапати оказался с головой козла? Потому что он совершил оскорбление Шри Нараде. Однажды, когда он произвел на свет 10 тысяч своих сыновей, он отдал Нараде на воспитание, чтобы потом в будущем сделать из них дальнейших прародителей человечества, для того, чтобы в будущем они стали делать потомство, стали грехастами, семейными людьми. А Нарада, кто бы к нему ни попадал, из него превращает чистого преданного. Неправильно, конечно, сказала, это одно другому несопоставимо. Но тем не менее, Нарада сделал так, что ни семейной жизнью жить не захотели после этого. И Праджапати был настолько рассержен, что он проклял Нараду из-за этого. Нарада принял это проклятие как благословение. Он мог легко отразить, не принимать его. Но он принял это и посчитал это благословение Господа. Праджапати проклял его и сказал, больше ты нигде не сможешь оставаться ни в одном месте дольше, чем возможно надоить корову. Лишь бы ты получил свой стакан молока и все. И из-за этого оскорбления Шри Нараде, позже он оскорбил и Шиву, и из-за этого случилось то, что случилось, и у него стала голова козла. Yeah. Yeah. So Mahaprabhu telling you are, you know, very, very sometimes, you know, sometimes the 10 kind of offense now or past offense is the Vaishnava Varat. So Mahaprabhu telling you are very, very weak our Vaishnava Varat. Doing Vaishnava Varat. Then our bhakti lata is completely dry. И Махапрабху прежде всего предупреждает нас, чтобы мы остерегались вайшнава аппаратки, из-за которого очерствеет наше сердце. У нас не будет вкуса к воспеванию святого имени больше. Харсо,
So today, can listen some Krishna's some little one story, then can finish the part. Окей, сейчас мы послушаем немного Лила Кришны и на этом закончим. Хорошо. Сладкое в конце. Yes. So telling this Braj, now Krishna, whole Braj doing very sweet, sweet pastime. And he, when Krishna go to house, stealing butter, 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 buttermilk, butter, complete they are stealing the everybody Krishna heart, complete stealing the everybody heart. Когда Кришна уже начал ходить воровать по Вриндавану, по Враджу, когда он воровал тогда молочную сыворотку, масло, молоко, тогда он уже украл все сердца жителей Враджа. If some Vrajgopi coming and complain to Mother Yasoda, oh, your son coming out our house stealing this butter. Butter milk, then Krishna li maya mari, maya nahi makhani khai, maya nahi makhani khai. I whole day sent to me, you know, they are Madhuvan, whole day I cow grazing, night time sleeping or lab, and how possible, and they are keep this makhani so high, how possible I can steal, well, you are sometime your mouth khai makhan, but this sakha, they are so nutty, put my mouth this butter, you know, they are telling, but, you know, maya mari, maya nahi makhani khai. И как красивая песня, когда гопи приходили пожаловаться на Кришну, в конце концов, чтобы все это закончилось, тогда мама Яшода начинала ругать Кришну за то, что он вероятно, действительно, наверное, ворует масло. И тогда, как Махарадж описывает, есть красивая песня, описывающая эту разговор между Кришной и мамой Яшодой. «Моя мэнахи маканакая». Кришна поет там, мама, мама, не ел я совершенно никакого макхана, никакого масла. И он говорил, в этой песне поется о том, что мама, ну сама подумай, ну когда бы я ел их масло? Если ты утром рано посылаешь меня во Вриндаван, я ухожу ведь пасти коров, прихожу очень поздно, сплю у тебя на коленях, где время я бы на это взял? Yeah. So, then Krishna telling, oh, maybe I am your not son. You are bring to somewhere me. And only maintaining my life, maybe I am not son. Everyone telling you, I am Makhanichor, you are a Makhanichor. Then Mother just the heart becomes melted. Well, no, son. You are only my son. Then Krishna changed this. Mayamari, Mayanahi, Makhanichai. Change this word. Я забыл еще перевести несколько предложений. Махарадж еще сказал, мама, ну, сама подумай, ну, Как бы я мог украсть их масло? Ты знаешь, как высоко они его вешают? Я бы никогда не мог до него дотянуться. Или мама говорит ему, ну а масло-то? Они говорят, иногда я вижу тебя, у тебя масло на губах. А Кришна говорит, да это масло, оно случайно туда попало. Просто пастушки, они меня хотят наказать, чтобы ты меня поругал, и поэтому мне губы меня мажут маслом. А потом когда мама Яшода все-таки... Все-таки уже ее это сердце не трогают эти слова. Она все-таки подозревает, что Кришна, он ворует масло тогда. И когда Кришна, мама Яшода все-таки уже начинает действительно верить в том, что Кришна и ее сын ворует масло, когда Кришна использует самую последнюю ее слабость, говорит, мама, я знаю, почему ты им веришь, я знаю, это все правда, это правда, я твой ненастоящий сын, и поэтому ты веришь всем этим посторонним людям. Если бы был твой настоящий сын, ты бы верила бы только мне, начинает плакать Кришна. Yeah. So now, sometime once what happened, some Braj Gopis, they came to Gokul to Mathura. Selling this is in some type butter we selling, but they are gopi prajvasi gopi meaning who is, you know, go means senses, pi meaning drinking, who is the all senses drinking this Krishna bhakti ras, they are all party the Krishna completely observed there when they are telling nothing without any Krishna's pastime. Now their nature is, you know, telling Krishna's pastime, Krishna doing very sweet pastime. When this Braj gopi came to Mathura,
Now when Sita together always telling this Krishna sweet pastime, oh Krishna today come to my house, telling very sweet Sita words, telling my heart. They are always talking to Krishna, 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 Krishna. Mathura. Но иногда говорится о том, что в Раджавасе они говорится о том, что в Раджавасе они ходят в Матхуру и продают молочные продукты в Матхуре. Но кто такие в Раджавасе? В Раджавасе это в Раджавасе. У них в каждой поре тела живет Кришна. У них в каждой поре тела живет неутолимая бхакти Кришны. У них в каждой поре тела они дух только лишь мысли о Кришне, ни о ком больше. И когда гопи идут туда в Матхуру, то что они там делают? Они собираются вместе и говорят только о Кришне, ни о ком больше. Они говорят: Кришна ко мне приходил, знаете, что он делал? Или там, вот Кришна сегодня, вы знаете, какие новости во Вриндаване? И они пересказывают друг другу игры Кришны. Yeah, now this one's ladies in Mathura, you know, see the food seller. This one lady when she heard this Krishna's sweet pastime every day, now she heard so much desire. Can I insult this Krishna? There every time listening to Krishna's very sweet, very beautiful. Can I once assert? Now she telling, oh, I am very, very loyal caste. I heard Krishna in the stand of a king. He staying in his own palace. How possible I can take darshan? Now she think, oh, this small boy, I heard this very small boy. And this small boy, they are so much interest eating some fruits. If I take some fruits and standing the out of Nanda Baba Bhavan and calling loudly, phal lega kon phal. Maybe she greedy of this, you know, this phal fruit. Maybe he came and take the darshan. He collected very nice fruit. So many nice chiku, nice apple, grape, banana. So many fruits he collected and take to Gopu. И когда эти женщины в Риндавану приходили со своими молочными продуктами, там же на рынке это слышала одна женщина, которая торговала фруктами. Она все время видела, то приходит и постоянно говорит о Кришне, какой чудесный Кришна, какие он там проказы, какие он баловства вытворяет во Вриндаване. И ей уже сильно захотелось его самой увидеть, этого чудесного ребенка. Она думала, как же я могу этого сделать? Ведь не так легко, ведь он сын царя, ведь он принц, а я просто обычная, я просто продаю фрукты на рынке. Но она уже мечтала об этом, она думала, как же мне это сделать? И тут ей пришла в мысль о том, что если дети, Кришна же маленький, он любит что? Дети маленькие любят фрукты, сладкие, сочные фрукты. Тогда она набрала целую корзину фруктов, самых красивых, самых сочных, самых привлекательных, что ни на есть фруктов. Махарадж говорит, киви, яблоки и другие фрукты. И с этой корзиной пошла во Вриндаван, пошла к Нанда Гаону. И она думала, вот я пойду туда и буду кричать, «Паллага, кондага, кто возьмет мои фрукты?» Вероятно, он выйдет все-таки, и я смогу его увидеть. Krishna, he did not come. Came Krishna so many friends, you know. Dham, Basudham, Sildham, they are came. And they gave to everybody nice food. But Krishna did not come. He became so unhappy. He returned. Next day also collected so much food. And next day also went. Next day also Kali. But next day also Krishna came. Then the last day when he go, now to sit to Bhav. If today I cannot take darshan of Lord Krishna, I can return. Then when came to Gokul, stand out of Nanda Bhavan, now he completely forgets, you know, selling this fruit, now telling, oh, Krishna lega kon Krishna, Gopal lega kon Gopal, Girdhar lega kon Girdhar. Now he completely observed Krishna now telling like this. Эта женщина пришла с большой корзиной фруктов для Кришны. Она пришла к Нанда Гаону из Матхуры пешком. Кто знает это расстояние, может себе представить. И она стала кричать, кому эти фрукты, кто-то хочет спелые фрукты. Но выходил не Кришна. Сбежали все его друзья-пастушки. Они разобрали все фрукты. И женщина вернулась обратно в Матхуру. На следующий день она опять набрала
целую корзину фруктов, и опять пошла с новой надеждой к Нандагаон, и опять пришли кто угодно, но только не Кришна. Так она ходила много дней, и наконец она уже решила, я сегодня пойду, и назад без даршина я не приду больше. То есть она поставила перед собой такой, без даршина, пока я не увижу Кришну, больше я никогда не вернусь. И она пошла с такой твердой уверенностью в Нандагаон. The last day he went after he decided that it will be she without darshan of Krishna she will not return back. Then she went to the one who had duties. Then completely forget telling the fools and telling Govinda Legapan, Govinda. Да, и когда она пришла в Нандагаон в этот день, поскольку она была полностью погружена в мысли только о Кришне, она но словно безумная повторяла. Она не повторяла, кто хочет фрукты, кто хочет яблоки, кто хочет бананы. Она говорит, кто хочет Говинду, кто хочет Дамодару, кто хочет Гиридары. Yeah, he completely observed that. Now Krishna, when he Krishna is listening, no, my devotee came and he want gave to me fruit. Now coming question, why Krishna did not come today? Yeah, Krishna. So Krishna, he teach me here. If somebody wants to prove to me, first prove fair to my devotees, you know, like first coming, it's all sakhas, everybody there coming. First they are fair to my devotees, then can give to me. And why not coming, telling somebody when they are got to me, when complete they observe to me, you know, when thinking like this fruit seller. Now he is completely forget everything on the wall, now completely observed to me. Until somebody has completely observed to me, then I cannot give the answer. So Krishna came to his last incarnate. When he completely observed there, then Krishna came. И когда эта торговка фруктов, она кричала, кто возьмет Говинду, кто возьмет Дамодару, Кришна услышал, о, пришла моя преданная, она принесла для меня фрукты. И тогда он вот тогда он решил подарить ей даршан. Эта история, на самом деле, несет для нас такой замечательный урок. Каждая история Кришна очень поучительна. И Махарадж рассказывает, почему Кришна не вышел в первые дни? Почему он, как только она не пришла к нему, почему он сразу не даровал ей свой даршан? Ведь она так сильно его хотела. И Махарадж объясняет, во-первых, Кришна хотела сначала, чтобы та послужила его преданным. Она принесла много фруктов и угостила всех его друзей. Затем Кришна всегда доволен, когда служат их вайшнавам. Махарадж до этого говорил, он говорит, что Кришна, он ест устами вайшнавов. Поэтому, когда кто-нибудь не приезжал когда-то в храм и хотел сделать что-то полезное для их родителей или чего-то там, он говорит, просто накормите вайшнавов. Мы все устроим и все. К этой истории, почему Кришна главная причина? Главная причина то, что накормить его друзей, а вторая главная причина в том, что только лишь когда женщина пришла и была на 100% погружена в мысли о Кришне, только когда она уже забыла обо всем мире. Только когда она думала только лишь о Кришне, и поэтому она произносила, кто возьмет Говинду, кто возьмет Дамодару, она действительно обо всем мире забыла ради Кришны. Вот тогда Кришна да подарит нам свой даршан. Yeah, now Krishna now like this, when you take some money, go to shop, get some money, there comes a fruit, but that time is the not money. That time they take some grain. When Krishna he takes some grain in his hand, now he want to take fruit. But Krishna is so small, you know, boy, maybe only 3 year old. When he takes some grain, he cannot do like this. When he go, you know, this is the, you know, between this finger, now the grain is the phalda. But where is the phalda? Phalda of Krishna's feet. This grain, you know, considered to be the Lakshmi. Manu Lakshmi sees that all, oh Lord Krishna, I am your Lakshmi, I am staying in your house. Oh, I did some offense. You take out of me
you out of your house, give to somebody else. Oh, I catch your lotus feet. You don't give to somebody else. I catch your lotus feet. So grand telling like this, Krishna. Сейчас, когда мы пойдем в магазин, чтобы купить продукты, мы заплатим за это деньгами. А в то время денег не было. Там было натуральное хозяйство, и поэтому все расплачивались чем-то другим. Когда торговка фруктов, она кричала, звала Кришну, Кришна подумал, чем бы мне ей заплатить. И тогда он решил, что он подарит ей зерна пшеницы в обмен. Но у Кришны ручонки-то, они же маленькие, ему тогда 3 годика было, там, крошечные ладошечки, точно. И Кришна, когда взял эти зерна пшеницы, он понес эти маленькими ладошками для этой женщины, чтобы подарить ей свою милость. А в этот момент у него, он даже еще сомкнуть-то не мог пальчики как следует, у него зернышки, они падали на землю, падали на его стопы как раз. И Махарадж объясняет, почему так происходило. Зерна — это Лакшми. И Лакшми, когда она увидела, что Кришна ее выносит из дома, она просто взмолилась о Кришне, стала держать его за лотосные стопы, просить, какое же оскорбление совершила тебе. Я же всегда с тобой, я всегда в твоем доме. Кому ты меня хочешь отдать? И поэтому зернышки выпадали на стопы Кришны. Now Krishna is coming, come out that time. Mother Yashoda, who is the uncle well of Krishna's lotus feet. Now there comes some sound, cham, 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 cham. Yeah? Sometime before, you know, this happens in Jamla Arjuna's trees, fall down. Then Nandava, Yashoda, very big, very strict order. Krishna cannot go out of this house, yeah? You know, I very hardly have got this son, you know, so this gave strict order. Then Mother Yashoda tell all Braj Gopis, you can look to Krishna. Krishna anyhow cannot go out of this courtyard. Yeah. Now Krishna, when he tried to go, now this is uncle will try to, you know, lie. Cham, cham, cham. That meaning Tikaga telling, Manadi, uncle will telling, oh Krishna, Mother Yashoda told him, never go outside. Why don't follow to Mother's order? So if you want to go, I can tell to Mother Yashoda. Why? This nice is coming. When Mother Yashoda listening, did not give the chance. Telling the uncle but no, don't go, going and tell to Mother Yashoda. Then Krishna tells, oh, this is on the tea. He cannot give outside. Then there is the deer. Then put the then take to up. Then say nice is the stuff. Now Krishna go outside. Махарадж, может быть, у меня что-то и получится. Когда Кришна шел со своими пригоршнями зернышек, падающими на землю, на Кришне тогда были надеты ножные колокольчики. И как только Кришна начинал ступать, они производили звук чам-чам-чам-чам, как маленькие дети ходят, у них эти маленькие колокольчики сейчас есть. Несколько дней назад упали 2 белого Арджуна, которые чуть не придавили Кришну. Там они были настолько высокие, это все жители, особенно мама Ишода, надо бы, они были в панике о том, что могло случиться с Кришной. И поэтому они всем строго-настрого наказали, чтобы Кришна никуда из дома ни ногой, чтобы он не мог выходить за пределы этого двора. И поэтому Кришна, как только направился к выходу, его колокольчики сразу начинали громко говорить «чам-чам-чам», дескать, мама же Ишода велела тебе никуда не идти. Почему же ты туда идешь? То есть они начинали жаловаться. Кришна думает, какие непослушные колокольчики, слушаются не меня, а маму Ишоду. И тогда Кришна просто посильнее задрал эти колокольчики до самого голени, чтобы они уже молчали, и пошел к выходу. Then Krishna, when he came, oh, and this fruit seller, he completely observed Krishna. He telling, oh, Krishna lega upon Krishna, Gomita lega upon Gomita. Before she heard, Krishna is so beautiful. But when rarely saw Krishna, he listening before. But when now he saw Krishna, he how beautiful, you cannot imagine. You know? Scripture sometimes describe, you know, Krishna is like this, Krishna is like this, Krishna is like this. But this is the, not like this Krishna. Krishna cannot imagine how Krishna is the beautiful, you know.
Janet, play the Koti Kandarpa Rupam. You know, she's a utterly Koti Kandarpa. So it is so beautiful, but when it sees the soul, look, Krishna, hey, bewildered. I saw Trimna's rare eyes, saw to somebody. Now Krishna, he came and they have only 2-3 grains in his hand. Now he put this, you know, the basket, telling food and telling, oh, gave me food. Then she telling, okay, I can give from fruit. But first you gave something to me, then I can give something. You did not give anything, how possible I gave to fruit you now? И когда Кришна подошел наконец к этой женщине, когда женщина увидела перед собой Кришну, она обомлела от красоты Кришны. Махарадж говорит, она слышала там в Матхуре о том, какой Кришна красивый, какой он привлекательный, какой он необыкновенный, какой он чудесный, какой он самый-самый красивый, но такого она просто не могла себе представить. Махарадж говорит, в Писании написано Кришна, вот он примерно такой, вот он такой, его сравнивают с тем, даны те, Писания. Махарадж говорит, невозможно, не думайте, что вот именно так, как вы считаете, вот такой вот Кришна, такой представляете себе, такой Кришна есть. Не могут Писания описать Кришну, это невозможно. Он как Кандарпа Коти Рупам, он олицетворение красоты миллионов купидонов. Он самое, что ни на есть прекрасное. Слова, конечно, можно красиво об этом сказать. И женщина, когда она смотрела на Кришну, она не в силах была промолвить ни слова, она смотрела и думала, это сон или реальность? Что я вижу перед собой? Настолько был красив Кришна. И тогда Кришна положил эти зернышки в корзину и сказал, можно мне тоже фрукты? И тогда эта женщина сказала, для того, чтобы получить фрукты, нужно ведь что-то дать, а ты что мне принёс? Ничего мне не принёс. Yeah, now this fool is telling, has to give something, then I get fruit. Then Krishna tells some new thing. When I go to Alpraj Gopi's house, they did not ask anything to me. You know, they are very, give love, affection, and sat on this lap and fed to me nice butter meal. So many things they are fed to me without money. Are you telling, give something, then I give? Then she telling, okay, I can also give some fruit to you, but if you also want to sit my lap and telling mother, then I can give all fruit to you. Then Krishna now you think, what can I do now? You sit down, Narsir Krishna so much thinking now. И когда Кришна положил свои зернышки ей в корзину и попросил фрукты, торговка сказала какие-то новые для Кришны слова. Она сказала, если ты хочешь что-то получить, нужно ведь что-то дать. И вот это Кришна услышал впервые. Потому что когда он заходил в дома Гопи, они настолько его любят, что они, видя его, они все дают его. Они его сразу угощают молоком, сладостями, лади. Но тут почему-то эта странная женщина просит что-то взамен. И тогда эта женщина продолжала, она говорит, если ты хочешь получить фрукты, тебе нужно сесть ко мне на колени и сказать «мама». И тогда Кришна стал думать, как я ее могу называть «мамой». И потом кто-то ведь может вокруг это увидеть, что обо мне подумают. Now Krishna thinks, in the lower caste I am king of man, in the king of this Nanda Baba, if sit down the slave, if somebody saw them, what thinking that? Now Krishna thinks, if once sit down and telling mama, mother, then I get so many food. Yeah? Nobody here, now Krishna thinks here, there, now saw nobody there, then Krishna suddenly sit down and tell you, oh mother, give some, and then you stand up. Then Krishna gives fruit. Then she completely, himself, Supreme Person, Godhead, she with the lab, He says, Mahesh, Ganesh, Dinesh. Then he says, Mahesh, Ganesh, Dinesh. Many big saints person, Jai Nirantara Gavi. Always they are trying to extradite to him. Even this extradite, cannot think this heart, this lotus feet. Yeah? All bathe, rich, poor, and they are
searching, they cannot achieve the flood. Now this Supreme Personal Godhead Sith is late until mother, she completely given that she kept all fruit to Krishna. Now fruit bring it to Krishna in the house. This mother offering lard and left with, you know, offering sirati, gave all sakha. Now this fruit seller when returned, then he saw this basket is so heavy. When he saw, what is it, completely empty, how heavy? Then he saw so many jewels, they are full of jewels. Telling, oh Krishna, I did not want these jewels, I want every day once I can darshan to me. Then all jewels take and throw in Jamuna. Yeah? Loud. Когда эта женщина попросила у Кришны, ну вот залезешь ко мне на колени, произнесешь «мама», тогда я дам тебе фрукты. И Кришна стал думать о том, как он может сесть этой посторонней женщине и произнести «мама». И потом он прекрасно же понимал, что он-то принц, к нему всегда особое взаимоотношение, отношение во Вриндаване. А эта женщина-то, она просто торговка. Как он может сесть? Принц так может поступить. И тогда он все-таки, но он ему очень хотелось фрукты, потому что они были такие красивые в этой корзине. Он думал дальше, ну все равно никто не видит, все равно об этом никто не узнает. Ну подумаешь, сад один раз скажу, мама, ну и что? Тогда он запрыгнул быстренько к ней на колени и сказал, мама, и спрыгнул, я хочу фрукты. И тогда эта женщина, как можно описать состояние этой женщины? У нее на коленях сидел Кришна, а тот, которого Ананта Махеша Дина Ганеша, то есть которого прославляет сам Анантадев, сам Шива, сам все полубоги, как Шрути, Веды, они пытаются его найти, они не могут достигнуть Кришны, а у этой женщины этот Кришна сидит на этих коленях, еще и произносит «мама». Она чувствовала себя необычайно блаженной. И тогда она передала Кришне все эти фрукты. И все эти фрукты, Махарадж просто прежде рассказывал, почему-то у Кришны очень маленькие ручонки, у него там все выпадывало из этих ладошек, все эти зернышки. А тут сколько бы она ни клала эти фрукты, у него всегда хватало места на все эти фрукты. Он забрал все ее фрукты, все, что она принесла, и унес это домой. А эта женщина взяла пустую корзину и просто машинально отправилась назад в Матхуру. Совершенно не думая ни о чем. У нее просто не работал тогда рассудок. Она вдруг потом почувствовала, что корзина стала необычайно тяжелой. Она удивилась, опустила вниз и увидела, что вся корзина, она блестит, искрится. Там все из драгоценных камней, золота, бриллиантов. И она смотрела на это, говорила, о, Кришна, мне совершенно это не нужно. Зачем ты мне все это дал? Мне просто нужно, чтобы каждый день просто получать такой дарша. Она выбросила эту корзину в Ямуну. So if you give something to Krishna, so necessary, when you eat anything, you can just offer love to Krishna. Gave tulasi leaf and offered everything. If once, you know, this is Krishna, she gave some fruit to Krishna, he gave, you know, a lot of wealth. Yeah? If he every day can offer a lot to Krishna, you know, you are, what you buy, you know, exchange by money. Money is the Lakshmi. Yeah? Lakshmi, the money is the Lakshmi. So if Lakshmi used the Lord's seva, then Lakshmi becomes so happy. Life are not any hard, not poor or rich person. И теперь Махарадж дает наставление для нашего уровня. Он возвращает нас в наше положение. Он говорит, если мы тоже, все, что к нам приходит по жизни, если мы все это будем предлагать Кришне, мы никогда не станем бедными. Кришна нас сделает более богатыми, он все это превратит в богатство для нас. Мы никогда не будем нуждаться, если мы правильно задействуем служение Лакшми. Потому что деньги — это Лакшми. Лакшми принадлежит Кришне. Она хочет служить только лишь Кришне. И поэтому, если мы ее задействуем правильно в служении, она всегда будет у нас дома. Харе Кришна, Нитай Гауру Премананде.
Hari Hari Bol. Shri Krishna Kanhaiya Lal Ki. Everywhere stand up. Stand up, Atali. Astavaiti. Arati, Arati. Now we can do announcement, Kumar Nair program. Харибол, дорогие преданные, минуточку внимания, завтра программа «Пройдут и снег» видите. Те, кто был уже там на Шипатбхактиданте Бон Махараджи, те знают дорогу. Кто нет, сегодня вечером снег видите, подойди, пожалуйста. Махарадж сейчас сказал. Вот Снигда Диди, у нее дома Харибол. Харибол все внимательно слушают. Завтра у Снигды Диди будут проходить все программы, и Махарадж с командой, Махарадж и команда отправится оттуда уже. Поэтому завтра у вас последняя возможность саду санги послушать нектарную харикатху из уст Махараджа. И последний за этот приезд. Мы очень надеемся, что это будет много-много-много раз. Вот Снигда Диди, а очень милостиво опять дарует нам свой дом в качестве... Да, дом ее Гурудева, нашего Гурудева. Вот, пожалуйста, все приезжайте, там было здорово. Там чувствуется дух семьи, что так не хватает подчас в городе, когда мы собираемся и потом разъезжаемся по своим домам. А там один дом, дом Гурудева, и мы все одна большая семья. Пожалуйста, будет на самом деле очень здорово. Завтра в 7 часов утра брамачари и, может быть, еще кто-то уедут в первую очередь, чтобы готовить все для приезда Махараджа. Махарадж приедет к 10 часам и сразу даст катку. Но я хочу сказать, чтобы все приехали пораньше, чтобы встретить Махараджа уже там, а не так, чтобы Махарадж приезжает, и мы... Ну, будет здорово, если мы все выйдем и встретим Махараджа уже на пороге дома. Да. Пожалуйста, все вопросы после просадок Снигда Диди еще объявит адрес точно, как добраться. Да. Вечерний катха будет. Махарадж уезжает 22 поезд с московского вокзала. Поэтому от Снигды Диди Махарадж выйдет 21.00. Вечерний катха будет, и будет, скорее всего, катха нон-стоп. Только там на отдых немножко Махараджу, а так как с Бон Махараджем, и может быть даже лучше. Шипат Бхактивиданте Чидар Махараджи Ки, Шрила Гурудева Ки, Гаур Примананде. Я же Артур. Мало Сачинандана Гаура Хари Ки Чай Кива Джая. Ла 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 ла
बहुपति चंद्र की भी वदन शिव शिव नारद प्रेम
Hare Rama,
Nitai Gaur Hari. 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 Hari.
Hari 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 जय हरे कृष्ण जय श्री गुरु वरदान हरिका गिरधर श्री राधा बिनत भी हर जुर संधार की जय जय चिल्ला ब्रह्म सुमति श्री रूप श्री शांति गोस्वामी महाराज की जय जय चिल्ला ब्रह्म सुमति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज की जय नितलीला पृष्ठ भक्त वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय नितलीला पृष्ठ भक्त वेदांत